Акхмадиева Камила, студентка 4 курса, изучаю международные отношения. Я жизнерадостный и веселый человек, у которого хороший музыкальный вкус. Я не представляю свою жизнь без музыки 60-х годов, потому что меня очень вдохновляют такие исполнители, как Этта Джеймс, Фрэнк Синатра и Рики Нельсон. Для меня этот конкурс значит очень много, так как я стою на перепутье. Если я одержу победу в этом конкурсе, это даст мне знак продолжить заниматься тем, что я люблю. Don't feel as I did before in my soul.